Сегодня будем готовить куриные крылышки барбекю. Ароматные, аппетитные, вкусные получаются крылышки для всей семьи на природе. Это блюдо понравится как взрослым, так и детям. Кстати, крылышки по этому рецепту можно приготовить не только на барбекю или шампурах, но и в духовке. Для этого крылья раскладываем на решетке в духовке, внизу ставим противень, чтобы соку было куда стекать. Жарим минут 30 при температуре 170, как только крылышки приобретут красивую золотисто-коричневую корочку, их можно доставать из духовки и подавать к столу. В рецепте указываю пропорции продуктов на 6 крылышек, хотя готовила больше. 1. Поместите крылышки в плотный пакет и приправьте их оливковым маслом, чили-паприкой, тмином, чесноком, солью и перецем. Встряхните хорошо пакет, чтобы равномерно распределить маринад. 2. Оставьте крылышки на час мариноваться. 3. Поместите крылья на гриле и обжарьте их с обеих сторон по 5 минут. 4. Подавайте крылья с любым пикантным соусом.